Жители дома номер один интернационального микрорайона теперь рады прокатиться в своем лифте. Недавно им установили новые кабины. Современные модели белорусского производства. Светлые и красивые. С новыми кнопками управления. Теперь можно легко отменить выбор этажа, закрыть двери раньше автоматического режима. Есть и звуковое сопровождение этажности, и надежный поручень. И грузоподъемность у новых лифтов выше. Рассчитана на 400 килограммов. Рады жильцы и тому, что теперь в квартирах стало тихо. Лифт работает почти бесшумно. Кстати, обновили в доме не только кабины. Полностью лебедки, тросы, противовесы, электрооборудование. Можно сказать, все заменили. Будут эксплуатироваться, скажем, 30 лет еще. Жителям можно не страдать, теперь можно не бояться, что их отключат. По словам председателя управляющей компании, прежние лифты прослужили 36 лет. Около 10 лет назад заменили кабины в половине дома. Оставшиеся 5 подъездов тоже дождались своей очереди. Приобрели оборудование за счет средств фонда капитального ремонта. Один лифт обошелся в 1 700 000 рублей. Как говорит Андрей Исаченко, собственники за 7 лет накопили. Сейчас новые кабины устанавливают в соседнем доме. За лето в Саяногорске планируют заменить 20 лифтов, которые уже отработали более 30 лет.